Забор памяти Тома Сойера презентовали в Музее градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска. Экспозиция посвящена Международному дню памятников и исторических мест. Сотрудники музея рискнули представить на суд посетителей свое видение ситуации. Выставка – это критические заметки музейщиков об отношении к памятникам архитектуры и историческим местам Ульяновска. Обратили внимание на, казалось бы, мелочи, которые могут испортить общий вид культурного наследия. Вот, например, здание главпочтамта «Гордость Ульяновска». И гости города говорят: ой, как красиво, как в Питере, не зря его называют самым питерским. Но вот в прошлом году был сделан ремонт поверхностный, само здание замечательно сохранилось, решили покрасить, обновить цоколь. Подобрали не самую удачную краску, ярко-голубого цвета, что не соответствует цветовой схеме самого здания. Также более экскурсовода, особенно городского экскурсовода, который показывает город гостям нашего города в летний период, является здания, покрытые, украшенные рекламой. Глядя на это, сотрудники музея и вспомнили Марка Твена и его историю о покраске забора озорным мальчуганом Томом Сойером. Отсюда и название выставки. Именно такие ассоциации появляются, говорят музейщики, глядя на работы по содержанию и ремонту зданий арендаторами и собственниками. Кроме фотографий, на выставке представлены авторские эссе экскурсоводов. А наша съемочная группа подобный архитектурный казус увидела буквально выйдя из музея. В соседнем здании, например, резные деревянные наличники обрамляют пластиковые окна.